Здравствуйте. Для улучшения качества жизни, конечно, в доме нужна теплая вода. Как ее получить? Можно получить с электробойлера, но это требует немножко некоторые затраты. Мы можем предлагаем вам для получения горячей воды теплообменники. В данном случае это теплообменник трубчатый, труба в трубе. А также есть и теплообменники со спиралью. Ну, сегодня будем говорить о трубчатых теплообменниках. Трубчатый теплообменник состоит, здесь там у нас имеется макет. Он состоит из кожуха. Здесь находится два дна. Через эти днища проходят трубы. Через эти трубы и происходит теплообмен. Это так называемый макет. А это уже готовые изделия. В данном случае это изделие имеет около 50 литров объема. У нас имеется и побольше, на 80 литров. Но мы поговорим сейчас о принципе работы. Значит, сверху находятся еще два такие колпачка со входом и выходом. И через нижнюю часть подается горячая вода с змеевика или с котла. Она поднимается вверх, выходит. Дальше идет по всему контуру, через радиатор, теплый пол, возвращается обратно. То есть это определенные циклы работы парового отопления. Через эти два штуцера, которые находятся снаружи, подается вода с сети или с насоса, ну у кого как. Вода поступает. Через эти трубы происходит теплообмен, и в итоге получаем, что с одной точки нагрева дома, то есть со змеевика или с котла, мы имеем в доме горячую воду. Теплообменник, если находится в бане, он еще и служит как дополнительный источник нагрева. Все, спасибо.